Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня снова сели на проекте Amazing Replay, сегодня у нас будет новое видео. Сегодня у нас будет новое видео, которое я записывал 2 недели назад. Я вам предлагаю посмотреть, это был рейд, получается, на вышке. Мы с пацанами просто собрались, катались на эти вышки, ну и получилась такая вот смешная нарезочка. Материала получилось почти на 2 часа, но я вам покажу сегодня все самое интересное, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Replay. Мне честно, пацаны, раньше было лень монтировать это видео, потому что, ну, 2 часа, сами понимаете, это очень много материала. Но все-таки решил смонтировать, вам это все показать. На данный момент я уже не состриваю ПГ, как бы это уже давно забыто, потому что там лидер дурачок. Ну, это как бы не важно. Поэтому просто смотрите видосик, наслаждайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра. Погнали, Семен, быстрее съездим. Да. Тут какие-то челы приехали. Ну тут из нашей банды приехал. Удивительно. А, это вот. Кстати, как я делился тем, что своих не убиваю? Так, ждем, пацаны, ждем, 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 ждем. Не, ну да раньше, да, я знаю. Я убивал максимум. Бля, ну вот этот мэш в черном цвете пиздато смотрится, не спорю. Охуенно смотрится. А во-во-во-во. Вон у нас, у нас, у нас. У нас, в юшке, пацаны. Короче, кто там батарева? Мы. Берите лодку. А я нихуя. А я нихуя ничего не вижу. Я эти лодку возьму. На аренде. Играйте по ботам, короче. Сука, сколько у него хп, бля, заебали. Мне надо стрелять медленно, убил, урон не идет. Убил, убил. А я один не знаю, где-то. А нефтевышка находится у этого. Возле старых рыбалки старая. Да-да-да, возле старых этой. Водолаза. Да, вон. Кто-то цинкуйте, кто-то цинкуйте сзади, цинкуйте. А старые водолазы где были? Понимаю. Вот там приземлился. Возле разгрузки, да. Кто там приземлился? Помоги. А, вон еще там, ебать, их там дохуя. А, вон те штуки в воде надо уничтожать, да? Не. Ботов, которые... Ботов. А только я их вообще не вижу. Вон, там, где ветрал приземляются, 2 чувака. Бля, быстрее, они сейчас по мне стрелять будут. Ты шаришь, где находится? Я убиваю, я одного только убил. А, вот, я только сейчас увидел их. Блядь, еще один. У меня денег с собой 9000. Ебать, их там дохуя. Два патрона, один пациент. Сколько ключей надо? 3. А что это за фигня тут 35 светится? Все противники уничтожены, на второй этап найдите 3 ключа. Ищите ключи. Какие ключи? Бомжи бегают. А где эти-то бродяги? Ключи. А как они хотя бы выглядят? Я не знаю, я не видел. Как наверх залезть? А как наверх? Там а вы вот здесь. Ко мне подойдите, вот. Чё вот за хуйня? У меня тут... Взрывайте эти бочки. Дебилы! Где подняться? Вот. У меня 27 броньки осталось. За мной, все, вот, короче, идите сюда. Все наверх и стреляйте сюда, по ракете. Да, мы знаем. За мной. Ее, по-моему, надо сломать, и ключи, наверное, появятся, я так понял. Вот тут у нас плавает. Вот, на подъеме. Где? На подъеме я его бью. Хуярил, я сейчас загашу его зигла. От воду ушел один. Может, вообще не здесь надо искать? Бля, может, надо подождать, типа, я не знаю, что. Чего подождать? Ждать, там 10 минут осталось, сколько? 8. 10 минут для... А что там написано, 10 минут? Там что-то 8 минут или что-то, я не помню, 8 я минут. Видел время. Это, может, для второй волны или для... Время, чтобы найти ключи, 8 минут осталось. Ёбаный стыд, бля. Стой, попробуйте бочки пострелять, смотри. Я уже вот стрелял. В эти. Один ключ нашел. Быстро, где? Нажимайте Alt. Оно сам как-то нашелся. Быстрее. Везде, да. Ходите, нажимайте Alt. Быстрее, у нас на вышке кто-то бегает. Они забираются. Где? В воде, я тоже в воде с ними. Их тут очень много, 4 человека. Где, я не вижу. Тут они прям под этой. Под этой хуйней? Да, прям так... около них плаваю. Я ключ нашел еще один. По бортикам ходите, по бортикам. Блять, быстрее, пацаны, мало времени. Нажимайте просто Alt везде, Максим, где можете. Давай. Кто ПГшник нажимаете? Меня сейчас сольют. Один ключ остался, 3 минуты, пацаны, ищите, блять. Поднимай, я дефу. Убивайте их нахуй, где они? О, кто-то плывет к нам. Да я плыву. Я сдох. Везде власти, везде, на всех этажах. Я нашел! Нашел. Заебись. Погнали. 6 секунд, пацаны, держитесь. Сейчас настрое! Пизда, где они? Ебать! Я заюзал. Что это было? Убивайте, блядь, меня сейчас убьют! Меня убьют. Быстрее, башка болит, быстрее лечи. А мы тупые. Я же говорил, они появятся там. Голова, быстрее. Голова, фастом, лечи, блядь!
Можете кто-нибудь дигла продать на рынок? Лечи! Какие скинхеды, жизнь твоя, лечи фаст тебе, блядь, секунда. Давай, ты уже заебешь. Пацаны, давайте речи. Я тут сам не выдержу. Рома, скрафти дигл, у тебя патроны есть, я тебе патроны могу продать. Да-да-да, у меня есть патроны, у меня продай сотка. Продай сразу по 200 дигла, крафт. А, надо было, на сука, на берегу стоять, да. Нахуя? Я сейчас умру. Да я не знал, что он взрываться будет. Я думал, они появятся просто. А вы что верт могли арендовать, два дебила? Да нахуй тут верт, блядь. А, в натуре, блядь. Гениально. Это они, да? Стреляю, стреляю по скинхедам. Да как он через машину стреляет? Сейчас я так еще расскажу. Да ёбаная мина! Очень срочно, лечите, тупые. А, быстрее, голова болит. А какая-то херня началась, убил. Тут пожалуйста. Они тут все взрываются. У меня Гарик вообще за рулем сидит. У меня тоже Гарик. А меня вообще вытолкнул вообще. Блять. А, отмена. Понятно. Мы прилетели. Пизда просто. Вы тоже умерли или нет? Да. Нет, я ёбнулся. Пиздец, а, блядь. Это вы? Да. Да. Фу, блядь. А как это вот так-то будет? Легче. Авиаудар какой-то будет, вы что, ёбнутесь? Вы что, снова? Чтобы подобрать груз, продержитесь в зоне. До начала волны 1 минута. А что за волна? Авиаудар будет? Погоди, до начала. А если описано авиаудар, то? В конце волны ожидается... Авиаудара! Я поплыл. А, в конце волны. Это начало волны сейчас будет. Да я на всякий случай уплыл в любом случае. Я на берег. У меня только снайпа есть, нахуй. Я сейчас подбегаю с оружкой. Так, вижу тебя. Я на берег, короче, поплыл. Я тоже в сторону берега. А то еще это... Погоди, там скины летят, Вертолет. А, прилетели, да, скины. Стреляй, меня ебать. Сейчас какой катапультируешься? Ты дочь скинил! В смысле? Ха, кто сдох-то? А я выжил! А я тоже выжил. Понимаешь, что он взорвался в воздухе? Боже, тупые мины, их вообще не видно. Давай. Погнали, снесем ты тех бомжей, которые скинхеды. Спаси меня, Семён, я под этой. А, я упал, помогите. Я заебался, деньги сливай. Боты гасят. Семён, я в воде. Кто кого гасит, блядь? Я уже запутался, нахуй. Семён, на воде, спаси меня. Там никого нету на берегу? Там всплыл кто-то в воде, я видел. Слышите? Они через стену простреливают. Спасите меня в воде, я в воде. В чём прикол, меня через стену убили, нормально? Блять. А, я вижу ботов. Они через стену можете... стреляют. Семён, можете оживить меня? Я сейчас ГА напишу, что за дерьмо они сделали. Голова. Сука, какой пидрас меня с собой стреляет? Семён, оживи меня, я внизу, под водой. Я в больке. Кто его там оживить должен? Кто-нибудь может оживить? Да, блядь, он умрет этот бот или нет? Пожалуйста. Груз открылся, блядь. А где там, он? Там три. А вот я вас вижу. Голова. Ух, сука! Я жив! Я до сих пор жив! Я жив! На тебе, мразь! На тебе! Я бью руками! Бей. Я его убью! Едь. А чё, кто мне дверь сломал? Убил. Сошёл, ты эта дверь стоит как твоя ближе, жизнь. Ближе. Не, я ютики, да ютики. А погоди, кто такой? Я тоже. Арти Купиянов, это он с нами сидит сейчас? Да. Всё? А, ну он сейчас... Чекайте, там ещё я видел. Вот. Так, в Арзамасе? Ещё одну убил. Вот, она падает, видите, она падает сверху? Так. В Арзамасе, да? Да, Арзамас. Сверху двое. Ближе с левой стороны двое сверху. Блять, хуёво. Лодки нет. Мне короче, смотри, первая волна проходит, мы находим ключи и убегаем, потому что там взрывы потом. Там вообще габелло. На втором этаже ещё есть. Там вообще без шансов, там сразу убегать надо. На берег опять плыть, с берега опять отстреливать. Ага, я увидел, пацаны. Елик, Елик и КХ шестерки приехал в оружейку. На красный едь, пофигу. Русская мафия сейчас к нам будет ехать. Сергей Чистый. Он такой медленный. Сейчас русская мафия приедет, пацаны. Тут мины. А, сука, только про мину сказал. Въебался в мину. А вы что, всех ботов убили? Там еще да. Есть. Не, нормально. Там вы не всех, там по-любому остались, аккуратно. Не, там максимум двое осталось. Мы берем, кто-то остался? Как плей быстро, долбоёбы! Хули я такой медленный тогда? Убрали, он весь лимит убрали. Я хреново его убавил, походу. А чё так медленно плыву? А чё мина?
Чейка, тебе берег снайпер. А кто там плывет? Кто плывет? Кто я плывет? Плыву, я плыву. Чё я так медленно плыву, я не пойму, блядь! По гелику стреляйте, по гелику стреляйте. Почему я так медленно плыву, я не пойму, чё это за хуйня? Меня убили. Киря справа! Стой, близко не подъезжай, зачем? Чем ты тупой? Там уже шмаляют, блядь! Тачку ставь! Мы воду поднимем. Мне кажется, поднимайте. Поднимайте быстрее. Быстрее меня поднимите, кто-нибудь. У меня 7 хп. Меняй. А как они сквозь машины не башут? Я не знаю. Что это за параша? Они сквозь машины не башут. У меня 50 хп, я только хилюсь, меня сразу убивают. Ты поднимаешь того? Ну, тупой, нафиг ты нас так близко привез. Как близко, куда еще? Я говорю, сдалека, блядь. Не, надо было приехать. А вы живы? Когда я тебя успел поднять, я умер. Меня, короче, положили, я использовал адреналин, потому что меня называла! Саня пиздит там. Я убил этого, ты кидал, ебать!